еще такой момент не сказал. Если мы работаем эпоксидной смолой, нам обязательно надо нанести разделительный слой между нашим силиконовым вкладышем и будущим жестким кожухом. Разделительный слой будем наносить при помощи разделительной смазки VSM. Это восковая разделительная смазка. Встряхиваем ее хорошенько перед нанесением и наносим. Наносим на всю поверхность. Наносим и на саму силиконовую часть, да, силиконовый вкладыш, и на вертикальные поверхности нашей опалубки. Потому что эпоксидная смола прилипает вообще ко всему. Так, после того, как нанесли разделительную смазку, даем ее какое-то время подсохнуть. Ну, допустим, там от 3 до 5 минут. Пока она сохнет, я буду замешивать смолу.